Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, мы продолжаем говорить о преодолении. И сегодня я хотел бы начать говорить о преодолении горечи. Что такое горечь? Это когда мы огорчены, расстроены, раздосадованы. Это не происходит само по себе. Горечь всегда сеется в нашу жизнь какими-то людьми. Нас кто-то огорчил, нас кто-то обидел, нас кто-то попытался сделать нам какое-то зло. И, возможно, ему это даже удалось. Знаете, самая большая горечь, которую я переживал, это когда люди, в которых ты вкладываешь свою жизнь, ради которых ты живешь, которым ты посвящаешь свое время годами, они просто тебя предают. Горечь предательства – это самая сильная горечь. И сегодня я хотел бы вам дать самое, наверное, главное средство преодоления горечи. И самое трудное – это прощение. Прощение уничтожает горечь напрочь. Единственное, что достаточно трудно, достаточно тяжело, это взять и простить. На словах это делается просто, но настоящее истинное прощение, оно рождается немножко в другом месте. Настоящее истинное прощение рождается на Голгофе, когда вы приходите туда, и вы понимаете, что вы прощены, не прося. Знаете, мне очень нравится вот эта аналогия. Когда Иисус умирал за мои грехи, когда Иисус умирал за твои грехи, нас еще не было. Соответственно, мы не могли ни согрешить, и мы не могли попросить у Него прощения. И сегодня многим людям кажется, что для того, чтобы простить человека, необходимо в обязательном порядке, чтобы этот человек в прахе и пепле, унижая себя, раскаялся. Нет. Прощение, оно требует покаяния. Но я сейчас говорю о том, чтобы мы не просто, знаете, вынудили человека смириться и простили его, а я сегодня говорю о том, что мы должны с вами отпустить этого человека. Когда вы принимаете решение простить, очищается ваше сердце. И вам становится легче дышать и жить. Иисус умер за наши грехи, не спрашивая нас, готовы ли мы принять Его благосклонность, благодеяние. Он просто простил нас. И потом Дух Святой сказал нам это, и мы принимали решение, принять это прощение или нет. Сегодня у нас все с ног на голову поставлено. Мы ждем покаяния, а потом прощаем. Это не тот путь, по которому Иисус заповедал нам идти. Если вы хотите преодолеть горечь, прощайте.